Красная армия изгнала врага с нашей земли. Начался великий освободительный поход по Европе, порабощенный фашизмом. Мы не ставили целью захват чужих территорий. Правительство СССР в заявлениях и воззваниях подчеркивало: мы руководствуемся не чувством мести. Наша цель – разгромить германский фашизм, избавить народы от гитлеровского ига, предоставить им свободу. Августа в освобожденный патриотическими силами Бухарест вошли советские войска и румынская добровольческая дивизия. За их спиной напряженные бои, разгром мощной группы фашистских армий Южная Украина. Красная армия вступает в Болгарию. На территории Болгарии советские войска не вели никаких боев и сражений. Болгарская операция вылилась в триумфальный освободительный поход. Ликует София. Наши части совместно с чехословацким корпусом генерала Свободы после тяжелых боев вышли на границу Чехословакии. В начале 1945 года Словакия освобождена. Неоценимую помощь оказала Красная армия югославскому освободительному движению. По просьбе маршала Тита советские войска вступили в Югославию и начали наступление на Белград. Разгромив врага, наши части вместе с Югославской народно-освободительной армией вошли в Белград. Советский народ отдал сотни тысяч жизней своих сыновей за освобождение народов Европы. Гитлеровская коалиция распалась. Последним союзником Германии оставалась фашистская Венгрия. Венгрия была мощным бастионом перед южными границами Германии. Поэтому враг так упорно сопротивлялся, наносил мощные контрудары. После кровопролитных боев в Будапеште была окружена 200-тысячная вражеская группировка. 49 дней и ночей шли бои за столицу Венгрии.
И вот Будапешт взят. Война подходила к границам Германии. Советская армия готовилась к зимнему наступлению. В начале 1945 года немецкие части наносят мощные контрудары англоамериканцам в Арденнах. Черчилль обращается к советскому правительству за помощью. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы. Ответ Сталина. Учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту. Наступление началось на неделю раньше запланированного срока. Англо-американские войска были спасены от разгрома. Фашисты перебросили крупные части с Западного фронта на Восточный. В январе 1945 года советские армии обходили Варшаву с севера и с юга. Танковая армия ударила по варшавской группировке противника с тыла. Почувствовав угрозу окружения, враг стал оставлять позиции. Части 1-го Белорусского фронта совместно с войском польским освободили Варшаву. Наши войска вышли на оперативный простор. Крупнейшая Висло-Одерская операция развивалась успешно. Польша освобождена. Советские войска подошли к Одеру. В результате зимнего наступления 1945 года наши войска продвинулись на несколько сот километров. В феврале в Ялте проходит Крымская конференция глав правительств СССР, Англии и США. Намечен план окончательного разгрома Германии, условия ее безоговорочной капитуляции, принципы послевоенного устройства мира. Решения конференции направлены против фашизма, а не против немецкого народа.